Да, да, вино я красное. Ну-ка, можно. Да. А по музыку включить? Не, меня еще раз. А ты снимаешь? Еще раз включить на плей вот на эту. На что угодно. Мне понравилось, как она летит. Смотри, она как воздушный змей. Ну, это полет японского дракона. Вот так. Вот так уж. Мне вот клево, Марин, классно. Такая 3D-эффект. Надо, чтобы широко шло. Делай восьмерку. Ну, восьмерку. Видно, перепадает пространство. Видно, конечно. Маши, я экспериментирую. Неплохой вентилятор. Да, вот, да. Видите, вентилятор. Самое то. Восьмерка. Восьмерка классно получается. Как из художественной гимнастики, мастерство, понимаете ли, оно да. Есть. Или есть, или нет. Да, там девочки в шортиках и в носочках такие плясали. Художественная гимнастика. А девушки, в юбках и лифчиках. Если быстро делать, то оно... Главное, чтобы они были в носочках белых. Арина Шестакова, да? Ну, например. Ладно. Я смотрела, как было, да? Она почему-то широко не идет, видишь, как это оно... Воздушность, да, вот что-то. Да, кстати. Очень нужно выражение, надо к ним приноровиться. Конечно, да. Это же эти китаянки, гейши так там. Да, гейши. А что не гейши? Где флиты? Ей платье красивое, в принципе. Я поняла, нужно, короче, обнажёнка. Ну, обнажёнка, это уже девушка, вообще. Танец с животом. Да. Так это да. Хотя бы в шортиках и белых носочках. Нет, мы танцевали в шортиках и носочках, я разочарую, на совсем другой стиль. Я свои фантазии рассказываю. Я знаю, ну, да, потому что среди вот этих вот медуз должна выступать обнаженная натура, как бы. Ну, предлагается. Ну, это же 18+ видео, правильно? А, кстати, подошел бы блестящий костюм такой в обтяжку. Вот как и русалка. Выпускала. Вот что-то такое, да. Это вот юбка и лиф в основном костюм у меня. Юбка и лифчик. Я думала, ты будешь в костюме в таком классном. Слишком тяжело мне таскать. Меня сука все притащила. Слушай, как они классно шевелятся. Я уже рукавство. Слушай, так это надо прям... Знаешь, тренироваться сколько? Вот тренировки. Вам может нравиться махать, а нам так нравится смотреть. Мне нравится махать. Ну вот махай, значит, машина. Мне же бухла не надо, дайте мне помахать. Видишь, как мне счастье. Классная штука. Это я имитирую полет квадрокоптера. Удивляюсь, как ткань может вообще вот так струиться. Это натуральное, потому что... Да, это шоу, кстати. Настоящее движение должно быть. Слушай, ну это трудно, реально, у меня затекло все. Это годы тренировки, наши. Годы тренировки. Понятно, какая мощная сенсорика, но... Так. Левая рука не может... Не, у меня правая. Ты правша? Я правая, левая делаю хуже. А у меня вот я правая, и у меня не устает рука фотоаппарат лучше держать. Разы лучше я делаю, левая, чем правая. Лево, а, правый, они должны быть симметричны вообще-то, мне да? Мне интересно, что вообще. Если делать... Я не знаю, у меня левая рука не хочет это делать, правая прекрасно делать. Можно двумя руками, чтобы они не уставали. Вот, мне интересно, что развивают танцы, если даже левая и правая рука были асимметричны, стали симметричны. То есть явно, что там развитие какое-то. Амбидекстрия называется. У меня правополушарная, да. Я сильно правополушарная очень. А если вокруг? То есть леворукая, да, по сути дела? Правополушарная. Следующий номер тут. Мы затянули 3 минуты. Наташе понравилось. О, красотка! А выйди к нам, мы тебя осеним. Нет, это другой номер. Ладно, давай. Я и так устала. Ой,